Привет всем любителям спорта, меня зовут Абдулла. Хотел немного рассказать вам о своем тренере Евгении Богдановиче и о его тренировках. Вот, когда я впервые пришел в зал к нему, мне было 28 лет, 3 года назад. И вот сомневался, смогу, получится. И вообще, даже если начну, надолго ли меня хватит. Ну, неожиданно для себя начал все больше втягиваться, и сейчас вообще не представляю себя без тренировок. Вот. Все благодаря Евгению Богдановичу, его профессионализму. Так как тренировки у нас проходили групповые, ну такое ощущение, как будто индивидуальные. Он успевал видеть каждого, у кого что не получается. Каждому объяснит, подскажет. И со временем у всех все получалось. Вот. На его тренировках мы получали кучу позитива, много энергии и полезных навыков. Так что тренируйтесь у Евгения Богдановича, будьте сильными и здоровыми.